Получили мы прибор дилерский для центров Hyundai Motor, так называемый VCI Recording Kit. И сейчас мы посмотрим, из чего состоит комплектация. В принципе, упакованы вот в такую картонную коробку. Поскольку у нас идет логер, у нас два серийных номера. Как обычно, приборы упакованы в чемодан. В чемодане у нас находятся два VCI модуля диагностические. Они, в принципе, абсолютно идентичны. Каждый из них может выполнять функцию диагностики, но одновременно другой модуль может выполнять функцию логера, логирования данных для анализа на сервере Hyundai. Также в комплекте у нас идет триггер, который используется для отметки того места, где происходит какое-то событие. И этот триггер вставляется в прикуриватель. Также в сканере есть аксессуары. Аксессуары включают кабель питания. Кабель питания подключается к VCI модулю. И, соответственно, если нам нужно получить какие-то данные на столе с этого модуля, мы подключаем сюда 12 вольт питания. И с него мы можем получить информацию либо в беспроводном режиме, либо мы можем подключить специальный кабель USB, который подключается к разъему на задней стенке, вот так, и далее USB подключаем к компьютеру. Если у нас работа с планшетом, то мы можем использовать переходник на тот USB, который есть на планшете Samsung, и, соответственно, подключиться уже непосредственно к планшету. Также в комплектации идет удлинитель для прикуривателя, для триггера, и дополнительные аксессуары, а именно мини-USB кабель на всякий случай. Далее картридер тоже может понадобиться, и программное обеспечение по диагностике автомобилей Hyundai на USB стикере. Вот это и есть GDS Mobile Recording Kit.